Друзья, всем привет! Сегодня поговорим об апскейлерах, о технологиях апскейла, о том, какие апскейлеры бывают, какие есть расширения для апскейла и в чем их преимущества. Для примеров я буду использовать вот такой вот промпт с мужчиной в возрасте, у которого на лице много морщин и, соответственно, много деталей. В качестве первого варианта апскейлера мы рассмотрим Hi-Res Fix. Hi-Res Fix работает в Text to Image прямо при генерации изображений и включается галочкой Hi-Res Fix. Hi-Res имеет следующие настройки. Первый — это апскейлер. В Hi-Res есть следующие апскейлеры: Latent, Lanzas, Nerest, SR-GAN и SR-GAN для аниме. Вот эти вот 4 апскейлера уже добавлены отдельно в систему. Для такого вот живого изображения я бы предпочел использовать апскейлер Strazen. Следующий параметр Hi-Res Steps — это количество шагов генерации при апскейлинге. У меня он будет равен Sampling Steps, который я буду использовать при генерации изображения. Denoising Strength — это допустимое отклонение от исходно сгенерированного изображения. Это значение может варьироваться от 0 до 1. При 0 остается полностью исходное изображение, а при 1 изображение полностью перегенерируется, несмотря на исходное. Здесь есть еще и промежуточно важное значение 0.5. Начинается значение 0.5, изображение начнет уже очень сильно резко меняться. Поэтому, если вы не хотите вносить сильные изменения в свое изображение, то не применяйте значение от 0.5 и выше. Чтобы не сильно изменить изображение, я предпочитаю использовать значение 0.4 и ниже. Следующий параметр Upscale By задает кратность увеличения изображения. 2 — это значит, изображение будет увеличено вдвое. Если мы зададим Resize White или Resize Height, то Upscale By автоматически отключится, и мы будем задавать уже размер изображения. Помните, что изображение должно быть кратно 8. Для этого щелкнем стрелочкой вниз или вверх и получим значение кратное 8. Если я поставлю вот так, то наше изображение будет апскейлиться до вот такого значения. Если я вернусь сюда, значение 0, и здесь установлено у меня будет 2, то размер изображения будет просто увеличен вдвое. Давайте сгенерируем. Наше изображение сгенерировалось и проапскейлилось. Давайте сравним его с тем, что у нас было. Вот это изображение проапскейлено, а вот такое изображение у нас было без Hi-Res. С одной стороны, все хорошо, все работает, и одной кнопкой мы получаем уже готовое проапскейленное изображение. Но здесь есть большой недостаток. Это изображение генерировалось 1.5 минуты, когда обычное изображение 768 на 768 у меня генерируется всего 8.5 секунд. В итоге мы тратим кучу ресурсов и времени на генерацию сидов, которые нам, в принципе, скорее всего, не понравятся. На мой взгляд, Hi-Res можно использовать только в том случае, если вам не важно время. К примеру, вы ставите batch count 50 или вообще нажимаете Generate Forever и идете пить чай или гулять. В итоге вы придете, и у вас уже будут сгенерированные или преапскейленные изображения. Причем в этом случае можно применить Dynamics Prompt на камеру, на свет, еще на какие-нибудь параметры. Например, я Hi-Res вообще не пользуюсь и использую Upscale в Image to Image. Давайте рассмотрим варианты апскейлов, которые можно сделать в Image to Image. Для этого выключим Hi-Res и заново сгенерируем изображение. Теперь нажмем Send to Image to Image, чтобы отправить это изображение в Image to Image. Выставим здесь аналогичные настройки, которые ставили в Hi-Res. Выставим Sampling Method DRM2MK1, Sampling Steps 23, Denoising Strength поставим тоже 0.4, фиксированный сид я отключаю. Промпт у нас прописан абсолютно такой же, который был при генерации. Теперь я зафиксирую соотношение сторон, выбрав замочек. Чтобы у вас появилась вот такая вот кнопка, нужно установить расширение Aspect Ratio Helper. Зайдем в Extension, Available, Load From. В поиске введем Helper и установим вот такое вот расширение Aspect Ratio Helper. Installed, Apply and Restart UI. Теперь, когда мы выбрали замочек, мы зафиксировали соотношение сторон, и мы можем тянуть одну сторону, и вторая подтянется сама. Я остановлюсь на расширении 1440 на 1440. Теперь мы можем нажать Generate и проапскейлить изображение. Изображение проапскейлилось. Давайте сравним с тем, что у нас получилось в Hi-Res FX. Этот апскейл мы получили сейчас, а вот этот апскейл был сделан с помощью Hi-Res. Давайте для эксперимента немножко понизим Denoising Strength до 0.2 и заново сгенерируем изображение. Вот такой вариант у нас получился при 0.2 Denoising Strength, а такой у нас был при Denoising Strength 0.4. При Denoising Strength 0.2 вариант, по-моему, даже получше. Этот вариант апскейла не самый лучший, и вот по каким причинам. Во-первых, апскейлером здесь всегда является латентный апскейлер, и мы другой выбрать не можем. Максимальный размер апскейла здесь тоже ограничен. Причем не столько ограничен вот этим числом, его можно поменять в настройках, а больше ограничен количеством видеопамяти. С моими 12 гигабайтами я могу апскейлить изображение до 1600 на 1600.
Это при Torch 2.0. Если бы Torch был 1, то там можно было бы апскейлиться до более высоких разрешений. В связи с этими недостатками появились специальные скрипты, такие как sd-upscale. sd-upscale уже позволяет выбирать апскейлер. Причем я добавил в автоматик еще 4 сторонних апскейлера. И существует еще много разных других апскейлеров. Есть настройка Scale Factor. Значение 2 означает, что изображение будет увеличено вдвое по высоте и по ширине. В этом случае нам такое расширение уже здесь не нужно, и мы его можем установить на 768 и 768, как у исходной картинки. Tile Overlap означает, насколько пикселей будут перекрываться плитки при апскейле. SD Upscale – это плиточный апскейл, который разбивает наше изображение на несколько плиток, и эти плитки будут иметь между собой пересечение. Вот это пересечение как раз-таки задается Tile Overlap. В исходном состоянии это 64 пикселя. Максимальное значение может быть 256 пикселей. Если изображение простое, то вот такого перекрытия вполне достаточно. Но если изображение будет вот такое вот более сложное, то здесь уже можно поставить перекрытие даже 256. По крайней мере, вот эти изображения я апскейлил с перекрытием как раз таки 256. Давайте установим Denoising Strength 0.3, Tile Overlap 64, Scale Factor 2 и в качестве апскейлера выберем Strazen. Все эти дополнительные апскейлеры вы сможете скачать в телеграм-канале. Нажмем Generate. Вот такое изображение у нас получилось после апскейла. Это изображение было с предыдущим вариантом апскейла, а это High-Res FX, это исходное изображение. Давайте я еще сделаю апскейл UltraSharp, Remacry и Seax и сравним результат. Вот такие вот варианты апскейла получаются на разных апскейлерах: Strazen, Seax, Remacry и UltraSharp. UltraSharp все выглаживает. Strazen имеет чуть меньшую резкость, чем Remacry и Seax. Seax, на мой взгляд, более контрастный, более агрессивный. Strazen более мягкий и более такие спокойные цвета имеет. А Remacry что-то среднее между ними. В общем-то, все эти три апскейлера сверху неплохие. Плюсы SD апскейлера от предыдущего метода апскейла в том, что SD апскейл работает плитками. И разрешение итоговое, которое мы можем получить при равной видеопамяти, здесь уже гораздо выше. Но и рассмотрим четвертый вид апскейла. Это тоже будет скрипт для апскейла, который называется Ultimate SD Upscale. Его можно установить в Extensions, Available, Load From, вводим Ultima и находим вот такой апскейлер Ultima SD Upscale. Нажимаем Install, переходим Installed, Apply and Restart UI. Давайте рассмотрим настройки Ultima SD Upscale. Первое, Trigger Size Type, это размер для апскейла. Можем установить Custom Size и ввести вручную размер итогового изображения. Можем выбрать Scale From Image Size и ввести кратность масштаба. Как и в предыдущем варианте, мы можем выбрать Upscaler, допустим Seax. А вот следующие настройки в обычном SD Upscale уже отсутствуют. Здесь мы можем выбрать тип генерации плиток, линейные плитки или плитки в шахматном порядке. Мы можем выбрать размер каждой плитки по ширине или по высоте. Если зададим по ширине, то плитки будут двигаться по горизонтали. Если зададим по высоте, то плитки будут двигаться по вертикали. Padding – это насколько плитки будут пересекаться между собой. И Mask Blur – насколько будет размываться это пересечение плиток. Seams Fix – это метод устранения неточностей при наложении плитки. То есть, грубо говоря, восстановление швов. Здесь есть три метода. На мой взгляд, они только проявляют место соединения плиток. Чтобы эти методы восстановления швов включить, необходимо нажать еще вот эту галочку. Для апскейла выберем Scale Factor 2, апскейлер Seax, Tile Weight поставим равным размеру нашего изображения 768, остальные параметры оставим по умолчанию. И давайте сгенерируем изображение. Вот такой вот вариант у нас получился, а это вариант с SD Upscale, тоже Seax. Результат апскейла очень похож. Скажите, зачем тогда использовать Ultra SD Upscale, если по умолчанию в автоматике уже есть SD Upscale? Если вы будете апскейлить более большие изображения или более сложные, то вы сможете варьировать размером плитки и исключить различные артефакты благодаря этой опции. А в SD Upscale размер плитки задан по умолчанию, и возможности изменить его нет. При любом методе апскейла на вкладке Image to Image мы можем использовать такую функцию, как Noise Multiplayer. Чтобы ее включить, нам нужно перейти в настройки, зайти в раздел User Interface и через запятую вот здесь ввести Initial Noise Multiplayer. Эту запись к видео мы приложим в Телеграме. Эта опция позволяет получить дополнительный шум
дополнительные детали и вариативность в мелких деталях регенерации. Сейчас значение Noise Multiplayer введено очень высокое, и вы визуально можете оценить, какой эффект оказывает на изображение эта функция. Я же обычно использую значение 1.0.5 или 1.1. С помощью этой функции можно зашумить сильно гладкие изображения, чтобы придать им большей реалистичности. В Stable Diffusion есть еще вариант апскейлера. Это Extras. Сюда мы кидаем наше изображение. Дальше выбираем Scale By или Scale To. То есть Scale By увеличить во сколько-то раз. Scale To привести к какому-то размеру изображения. Дальше апскейлер. Допустим, выберем CX. Можем выбрать еще один апскейлер и задать величину второму апскейлеру. То есть это какое-то смешивание апскейлеров здесь происходит. И еще здесь есть функции GFPGAN. Это восстановление лиц. Например, с нечеткой фотографии можно попробовать восстановить лицо. И CodeFormer. И CodeFormer — это для восстановления криво сгенерированных изображений. При генерации изображения иногда получаются такие порченные лица. CodeFormer как раз таки предназначен для восстановления вот таких лиц. Это примерно то же самое, что Restore Faces. И ниже приведенные значения — это дополнительное расширение, которое предназначено для удаления фона. Если вы его не ставили, у вас этих параметров здесь не будет. Так как у нас на изображении нет криво сгенерированных лиц, и лицо качественное, его восстанавливать не надо, я просто выберу апскейлер, задам кратность масштабирования и нажму Generate. Справа у нас изображение апскейлено в Extras с помощью апскейлера CX, а слева с помощью SD апскейлера тоже CX. Особой разницы, в общем-то, между этими изображениями нет. Эти апскейлеры работают очень похоже, но Extras работает немного быстрее. В качестве сторонней программы для апскейлинга мы можем применить Topaz Gigapixel. Забрасываем сюда изображение, выбираем кратность, выбираем метод, стандарт, низкое разрешение, Art, Very Compress и прямые линии. Мы можем выбрать величину шумоподавления, можем выбрать величину резкости, а можем нажать автоматический выбор и здесь, и здесь. Также можем включить коррекцию гаммы и запустить метод восстановления лиц. Слева двигается ползунок, показывающий, что идет просчет. Как только ползунок становится зеленым, это означает, что просчет завершен. Здесь Face Recovery не применим, но на плохих изображениях он действительно неплохо работает. Вот для сравнения, справа отработал Topaz Gigapixel, а слева CX в SD Upscaler. SD Upscaler выглядит немножко получше. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, заходите в группу ВК, Telegram. А на этом у меня все. Всем удачи, всем пока.